Этим летом библиотека номер один предлагает своим читателям целый ряд познавательных мероприятий. В субботу 19 июня в 12:00 в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет увлекательная интерактивная программа для детей по одной из самых известных сказок Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». А в 15:30 состоится групповая прогулка по городу Одинцово вместе с краеведами библиотеки в рамках нового проекта «Библиотур». Звоните, узнавайте подробности и записывайтесь.